Включаем приемник в сеть. Видим такую картину. Первым делом обновим программное обеспечение. Нажимаем меню. Раздел «Система» и «Software Upgrade». Выбираем раздел «Upgrade by USB». Вот сразу уже нашло файл прошивки. Нажимаем «Старт». Все прошло успешно, и приемник перезагружается. Теперь приступаем к настройке. Первым делом в разделе «Система» меняем язык. Выставляем русский, нажимаем кнопочку «Exit». Выбираем раздел «Инсталляция». Далее начнем с поиска эфирных каналов Т2. Выбираем раздел «Русский». Питание тюнера 5 вольт. Если у вас нет усилителя, желательно выключить. После этого нажимаем «Сканирование». Отлично. Теперь приступаем к настройке спутниковых каналов. Выбираем раздел «Настройки антенны» и начинаем поиск со спутника Hotbird. Самое главное — выставить порт коммутатора DCQC. У меня конвертер, настроенный на спутник Hotbird, подключен к третьему порту коммутатора. Значит, я ставлю 3/4. Сигнал появился. Если не знаете, к какому порту подключено, просто играйтесь вот этим значением. 1 к 4, 2 к 4, 3 к 4, 4 к 4. Вот у меня появился сигнал на значение 3 к 4. Все. Выяснили. Нажимаем желтую кнопку «Редактировать транспондер» и начинаем искать. Сначала сканируем 10758. Нажимаем красную кнопку. Режим поиска нажимаем «Открытое» и нажимаем «Ок». И повторяем эту процедуру для других частот. Автопоиском я не ищу для того, чтобы не сканировать, для того, чтобы потом не удалять огромное количество мусора. Следующая частота 12226, 12380. Двенадцать 597.
Далее, после того, как отсканировали все каналы с этого спутника, нажимаем Exit. Заходим опять в настройки антенны и сканируем каналы со спутника Astra. Выставляем порт коммутатора. У меня конвертер, настроенный на спутник Astra, находится подключен к первому порту коммутатора 1.4. Нажимаем желтую кнопку. Желательно встать на рабочую частоту. Это 11.766. И по этой частоте выставить порт, если вы не знаете, к какому порту у вас подключен конвертер, настроенный на спутник Astra. Нажимаем желтую кнопку и потом нажимаем красную. И сканируем все частоты. 11.766. 11.747, однако здесь нужно будет поменять символьную скорость на 30 тысяч. Следующая частота 12.073. Двенадцать сто тридцать, двенадцать 284, прошу прощения, 12.265, символьная скорость 30 000. Меняем это значение. Двенадцать триста три. Здесь находится канал Белсат ТВ. Двенадцать триста девяносто девять. Сканируем каналы со спутника АМОС. Выбираем спутник АМОС. Выставляем порт коммутатора. У меня конвертер, настроенный на спутник АМОС, подключен ко второму порту. Нажимаем желтую «Редактировать». Здесь список частот вообще-то старый, поэтому можно удалить их все смело. Я сейчас отсканирую каналы, которые скоро закодируются, но на всякий случай для всеобщего развития их отсканирую. Далее, зеленой кнопкой добавляем следующую частоту 11.139, символьная скорость 30 тысяч. И сейчас я покажу, как быстро и просто отсканировать каналы с 36 градуса, а именно провайдер НТВ+. Потом на 36 градусе не забываем, там идут каналы с круговой поляризацией, поэтому в типе ЛНБ универсальный нижняя частота должна быть 9750, а верхняя частота должна быть почему-то тут первичная 10750. Или же можно выбрать раздел «Стандарт» и выбрать частоту 10750. Выставляем порт коммутатора. У меня конвертер, настроенный на 36 градус, и Eutelsat подключен к четвертому порту коммутатора. Выставляем, нажимаем желтую кнопку «Редактировать транспондеры». Удаляем все. После этого вводим частоту 11.785.27.500. Нажимаем «То что такое?»
Далее нажимаем красную кнопку. И тут сетевой поиск меняем на вкл, включаем. Нажимаем ОК. И отсканируется как раз ровно 15 частот, которые являются НТВ-шными транспондерами. После этого каналы нужно привести в порядок. Заходим в раздел «Каналы» и выбираем раздел «Упорядочить ТВ-каналы». Каналы Т2 отбросило в конец списка почему-то. Выбираем те каналы, которые нужно удалить. Кнопочка «ОК». После того, как выбрали все каналы, которые нужно удалить, нажимаем вправо, выбираем крестик, нажимаем на крестик и выходим, сохраняем. Аналогично можно перемещать. Выбирайте нужный канал, выделяете его или группу каналов, они подсвечиваются серой полоской. Уходим вправо, выбираем двигать и перетягиваем эти каналы туда, куда нам нужно. Нажимаем ОК. После этого нажимаем Exit, выходим. Как ввести ключ BIS на приемнике Amico Mini Extra Combo? Встаем на закодированный канал, хотя это в принципе не обязательно. Нажимаем 9339. Заходим в раздел «Редактировать ключи». Выбираем раздел «BIS». Здесь уже зашиты ключи, однако тут многих ключей нет. Желательно весь этот мусор удалить желтой кнопкой. Потом остается один ключ. Нажимаем «Редактировать». Вводим сервис ID 1E20, частоту 12265 и сам ключ. Ключ на дачу у нас AABBCC00CCBBAA00. После этого нажимаем ОК. И вводим следующий ключ на другие каналы. Проверяем, правильно ли мы ввели. Выходим. Канал дачи открылся.